Итак, внимание. Мы ищем творог без рисунка коровы. Мне это напоминает психологическую клинику, которая находящаяся на Пироговой 6. Пройдемте. Вот мой коллега Дмитрий ищет творог без рисунка. Бакон. 52 рубля. Нет, ну вот здесь вот фотография коровы, а здесь картинка. То есть в данном случае речь идет о подлиннике. Эта корова реально существует. Действительно. Вот и все. Возьму тогда. Все-таки вот этот лучше, я думаю. Ну, рисунок не. Не нравится вам рисунок? Рисунок такой. То есть рисунок я не могу. Я не тошнит. Ну, понятно. Он как-то не... Я смотрю на них, да. Нет. Не способствует вашему сознанию, я так понимаю. Вы не верите, наверное. Я верю. Я вам абсолютно верю. Вот, ну, такая ну, просто, я... ну, люди разные. Я ничего не говорю. Я пока. Я... Ну, хорошо. Вижу, я не могу. Понятно. Ладно. Ничего страшного. Извините. Хорошо. Вот как-то так, товарищи.